Сегодня в нашей программе мы будем говорить о любви во всех ее ипостасях. И этой теме на нашем канале посвящено грандиозное событие. Мы открываем фестиваль документальных фильмов, который так и называется «Вся любовь», и который продлится около полугода. Этот фестиваль рассказывает о различных формах выражения человеческих чувств, традиционных и менее традиционных, и уж совсем необычных. А откроет фестиваль известный скандальный фильм австрийского режиссера Зайделя «Животная любовь». Этот фильм поверг западного зрителя в шок. Дело в том, что он рассказывает об отношениях одиноких людей с домашними животными, о том, как порой эти отношения, порой даже незаметно для хозяев, переходят за грань допустимого и превращаются в интимные. К сожалению, мы сейчас не можем показать отрывки из этого фильма, он скоро в эфире, как раз сейчас озвучивается, но не пропустите это зрелище 2 декабря. А мы вам покажем отрывки из фильмов, которые войдут в этот фестиваль. Например, картина об австралийском хоре геев и лесбиянок «Все стало вокруг голубым». Этот хор много гастролирует по миру, и в этом коллективе очень интересные отношения между людьми. Фильм «50 лет молчания» рассказывает о женщинах, которых во время Второй мировой войны насиловали и отправляли в публичные дома для японской армии. В цикл войдут работы классика эротического кино польского режиссера Валериана Боровчика. Фильм «Частная коллекция» о предметах, носящих эротический характер, сделанных столетия назад, также будут показаны эротические мультфильмы этого режиссера. Фильмы документального фестиваля будут идти по вторникам в полночь. На нашем канале работают люди, которые не только покупают и показывают вам фильмы, но еще и все про них знают. Когда они делались, как они делались, кем они делались, кто эти люди, как они живут. Простите, с кем они живут, это продолжение нашей темы любви. Сейчас вам это все расскажет руководитель кинопоказа канала РЕН-ТВ Андрей Дементьев. И главное, что вы узнаете из его рассказа, какие фильмы вы сможете посмотреть на нашем канале в начале декабря. Первым делом хотел бы обратить внимание на фильм «За облаками». Это последнее по времени кинопроизведение великого итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Из таких величайших легендарных монстров мирового кинематографа, каким был Феллини, каким является Бергман. Но Бергман, как известно, давно уже не снимает. А Антониони, вот, пожалуйста, несмотря на то, что ему за 80, и половина тела у него парализована, и он лишился дара речи даже, за что его уже в прессе прозвали «Великий немой», тем не менее, вот, пожалуйста, снимает фильм, причем о любви, используя при этом самых прекрасных французских актрис, типа Софи Марсо, Ирен Жакоб и так далее, и даже, говорят, на съемках заигрывал с ними, что значит все-таки настоящий режиссер. Помимо этого, там еще снимается толпа французских кинозвезд, включая Жана Рено, который сыграл Леона Киллера, как известно, и Джон Малкович участвует, американская кинозвезда. В общем, никому не советую этот фильм пропускать. А в качестве помощника его по режиссуре в этом фильме выступил Вим Вендерс, который тоже не последним человеком является в режиссуре мировой. И обращаю ваше внимание на то, что через неделю после фильма «За облаками» мы показываем также впервые на российском телевидении фильм «С течением времени» уже самого Вендерса. Мы уже много Вендерса показывали в этом году на канале РЕН-ТВ. И не только мы, надо признаться. И вот удивительный факт, что до сих пор никто не собрался показать квинтэссенцию его творчества, каковой и является вот этот фильм «С течением времени». То есть тут все его знаменитые фирменные примочки, стилеобразующие приколы, я бы сказал, все здесь налицо. Предельно размытый сюжет. Двое шоферов путешествуют по дорогам в Германии. То есть это типичный для Вендерса road movie. Его медленный, созерцательный стиль, его потрясающее внимание к окружающему миру, к его деталям. В общем, всем настоятельно рекомендую и этот фильм не пропустить. Если руководитель кинопоказа рассказал о зарубежных хитах, не будем обижать ведущего рубрики «Премьера», которой не было, Александра Шпагина. Он расскажет об отечественных шедеврах.
Послушайте мнение молодого, симпатичного, авторитетного критика. Это так полезно. Никто эту картину не видел. Выпущена она была в количестве 3 копий. А где она вообще проходит как запрещенный фильм? Там достаточно грустная история. Фильм запрещали, урезали, коверкали. И приходилось его переснимать несколько раз. Но все-таки он был выпущен, поставил его режиссер Александр Сурин, сын очень крупного мосфильмовского чиновника. И вот как раз этому мосфильмовскому чиновнику и не простили, что в их лагере, как бы, лагере власти затесался какой-то диссидент, его сын. И после этого фильма все равно Владимира Сурина, отца режиссера, сняли с работы, и все закончилось достаточно печально. А фильм все равно положили на полку. Когда вы его посмотрите, то, наверное, будете удивлены. Тонкая, тихая, спокойная деревенская мелодрама. Вот. Но именно с этой точки зрения он тоже интересен, хотя это еще и просто очень хороший фильм. Продолжаем говорить о любви. Очередная программа, о которой хочу рассказать, посвящена человеку, который после сталинской эпохи один из первых начал воспевать не любовь к родине вообще и не высокие чувства к родной партии, а любовь к конкретному человеку со всеми понятными радостями, переживаниями. К сожалению, Булат Ишалыч Акуджава уже нет с нами, но когда нам хочется тепла и дружеского участия, мы просто ставим его пластинки и слушаем его проникновенный голос. О том, как делалась программа об Акуджаве, и вообще о том, как создается любимая многими передача «Домашний концерт», мы попросили рассказать ее руководителя Михаила Кочеткова. Ну почему, собственно, программа называется «Домашний концерт»? Эта идея у меня давно, как говорится, засела в голове, потому что, по крайней мере, 80% героев нашей программы лет 10-8 тому назад, помимо домашних концертов, другой практики концерта не имели. И домашний концерт, он как-то сформировался, наверное, в 60-х годах. И благополучно совершенно где-то до конца 80-х он прожил. Сейчас, конечно, финансы поют романсы, поэтому не столь выгодно дома выступать. Но все равно продолжаются некие такие посиделки. И вот следующая программа, которая будет в субботу, посвящена Булату Ишалычу Акуджаве. Это из 45 программ, которые мы сняли в этом году, наверное, самая тяжелая была для меня программа. Потому что очень трудно снимать программы с таким мемориальным немножечко привкусом. Потому что все, что вышло после его смерти, к сожалению, оно очень панихидно. Вот все программы, которые я смотрел, я не видел ни одной программы. Это создавали памятник. И задачей, наверное, вот этой программы было основной задачей как-то к этому памятнику немножко прибавить человеческих черт. И вот была задача, конечно, собрать друзей, собрать людей, исполняющих его песни. И получилось, на мой взгляд, вообще мне все, что я делаю, нравится. Получилась довольно симпатичная программа, в которой Акуджава, наверное, представлен в таком, в человеческом, немного, наверное, ироничном каком-то качестве. Главная задача все-таки этой программы – показать, что эти песни остались, остался этот голос, и слава богу, что в наше время остались носители и видео, и аудио. Вот это одна из лучших программ, посвященных Булату Ишалычу Акуджаве. Ну вот и все. Смотрите в понедельник историческую мелодраму Фрэнсиса Копполы «От всего сердца». Этот фильм знаменитый тем, что в Голливуде специально для съемок был выстроен настоящий Лас-Вегас со всеми его улицами, проспектами и стритами. Во вторник французская криминальная драма «Смерть в ночи». И в среду, как всегда, шок-шоу, где она вновь обретет сына. Приятных вечеров!